Одноразовые шприцы, ветки кустарника, на которых как флаги развиваются салфетки. Битое стекло и пластиковые бутылки вдоль всего берега. Такую картину активисты ТОСа номер 4 видят каждую неделю, когда приходят убирать закрепленную территорию. Такое ощущение, что сезон пикников в районе зеленой зоны круглый год. Вздыхают женщины. Бороться со свиньями в человеческом обличии устали. На помощь очень часто приглашают волонтеров и студентов. Но это не спасает ситуацию. Начиная с начала апреля мы идем по берегу реки Кубани, начиная от улицы Дзержинского и заканчивая улицей Пугачева. Собираем мы каждый раз по очень большим кучам, будем говорить, по очень много мусора, машинами вывозим. Но самое ужасное, что каждую неделю приходим, и он не уменьшается. Николай Лесничий, местный житель, ежедневно с собакой Миртой прогуливается по берегу. Неоднократно сам пытался наводить порядок, но разве столько мусора уберешь? Поэтому, увидев работающую группу, тут же стал помогать. Например, когда выхожу на Кубань и вижу вот эти вот бутылочки, тарелочки после компании, я очень доволен, что как студенты или с предприятия, с администрации выходят и убирают это побережье. Мусора добавляют и местные жители, которые порой жалуются на то, что никто ничего не убирает. А сами нет-нет, да и сбросят тачку другую битых кирпичей в зеленую зону, да и старой поломанной мебели добавят. Практически каждую неделю волонтеры и активисты ТОСов с зеленой зоны машинами вывозят мусор. Для того, чтобы ограничить доступ автотранспорта, руководство жилищно-коммунального хозяйства пошло на крайние меры. Дорогу решили перекопать. Остроумные граждане заметили, что субботник – это когда те, кто никогда не мусорят, убирают за теми, кто никогда не убирает. Тот мусор, который мы оставляем после себя, он не разлагается в почве на протяжении многих лет. В качестве, в том смысле, что это бутылки, пластиковые пакеты, это все остается. Этим самым мы нарушаем экологию. Мы очень часто говорим, что гордимся нашим чистым и ухоженным городом. Его зелеными скверами, парками и зонами отдыха. Поддерживать чистоту очень просто. Необходимо после пикника просто убрать все за собой. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».